околоточный. Здорово. Здорово, Сантей, блин. Околоточный сегодня. Что это у тебя? Пича какая-то. Ворот распугиваю. Ну-ка, крутанье. Слушай, Санек, ты вчера в какую-то больницу, что ли, ходил, я так понял. Я, подожди, вчера. А, ну да, на Боткина я ездил. Ну и что там с тобой творили? Ну, я за результатами там кровь сдавал, ну, ага. И что еще там? Что там было еще? А, и... Блин, подожди. Тебе, наверное, торпеда... А, эластометрию мне делали. А торпеду не зашивали тебе? Торпеду? А, это вчера было, точно. А на Боткина я ездил позавчера. А, вот он. Ну, не торпеда, и спираль называются, таблетки. Ага. Он мне показал, короче... Вот такая ампулка, ага. Небольшая, как бутылка, ну. Вот, с острым этим, с шеей острой. Ага. Вот, и там таблетки, спираль. Ага. Ну, он меня, ну, ложись на эту, на кушетку, я лег, он себя обезболивающе сделал. А куда это, под лопатку делаешь? Да, что? Вот, под лопаткой. Ага. Вот, и, короче... Разрезал, но я не чувствовал уже разрез. А он скальпелем там что-то делает? Да, да? Разрезает мышцы вот эту вот. Ну-ну. Ну вот, за плечом, которая. Ага, и туда. И туда и таблетки эти из ампулы. Так они потом рассасываются, да? И они рассасываются, да, в течение там, не знаю, сколько дней. Я с ним подробно на эту тему не говорил. Понятно. И на сколько лет это все? На 5 лет. На, ну, 5 не лет. Учитывая, что я уже 2 раза по 3 делал, то я 6 лет не пью, получается. Если эти еще 5 добавятся, уже будет 11 лет. А если бы ты не зашился, что случилось? Да я бы сорвался. Ну, не сразу, может быть, а так. Пацаны, здорово. Тут, короче, такая тема, что надо делать зубы. Иначе они у меня все... А здесь вот, где не видно, тут вообще и болят, и осколки какие-то там в небо втыкаются. И жевать больно зубами. Блин, я был бы очень благодарен, если бы вы мне помогли. А тут еще такое, получил пенсию 12 тысяч и отдал ее за кодировку всю. Ну, хорошо, что не пью. И, в общем, я голяк. Галимый вообще. Ни денег, ни работы. А пенсионера со справкой нигде не берут. Потому что это официально надо устраиваться. По той статье, что у меня, она не катит, в общем. Мне, конечно, нужно чем больше, тем лучше. Если можете, скиньтесь там рублей по 50. Вот. Мне хватит хотя бы на сколько-то, ну, на 2 зуба. Хоть 2 зуба залечу.